Всем добрый день! С вами канал Питомник Милы и я Людмила Горбунова. Покажу вам сейчас кусочек рабочего момента. Наверху у меня френч болеро. И вот обратите внимание, мы сделали в прошлом году с мамой, теплицу мы строили с мамой и сестрой, вот эту на втором этаже гаража. Мы здесь сделали пленку. И я одно время хотела ее убрать. Под пленкой здесь у меня черенки в кассеток. Такой череночник на стеллаже. Вот. Я хотела ее убрать. Мама сказала, не торопись, мало ли. И что я сегодня додумала? Черенки стоят на укоренении. Здесь у меня сейчас 18,6. 86 влажности. А было 17. А ночью было еще прохладнее. Вот эти лампы брала в Леруа, светодиодные, вот одна уже перегорела. Надо заменить. На них есть гарантия. Здесь отражающая вот пленка. И здесь было очень и очень жарко. Черенки как бы подваривались. Давайте посмотрим. Это френч болеро. Ей всего 4-й день. Убираю пленочку. Вот, смотрю, что здесь как бы даже суховато. Вообще, если мокрая кассета, то по листу немного сбрызгивая. А здесь она по сухости мало. Ой, ну то есть очень сухая, надо увлажнить. Что я сейчас делаю? Я обильно спрысну из умницы. Здесь и пинт с сытовитом. Все индивидуально. Смотрите на свои растения. Вот я понимаю, здесь суховат. Я спрыснула обильно. А если некоторые кассеты у меня, например, наоборот, сырые, политые, тогда я спрысну совсем немного. Так, опа, это сбежавшая невеста от 6 числа. Вот здесь также я, наверное, спрысну. Вот если сырая, то вот так. Все. Если суховато, то посильнее. У меня ничего не гниет, потому что следующая обработка будет, наверное, с Максимом. Но сейчас я пленку переворачивать не буду, просто прикрою. А вообще я ее стряхиваю и переворачиваю. Снизу у меня здесь чумазенький, это капиллярный мат. Ну, стояли горшочки, я эту всю полку освободила под черенки и нижнюю также освобожу. Пленочки у меня вот такие тоненькие, прилипла снова к липучке. Тоненькими удобнее работать. Вообще можно полностью сделать вот такую вот, прямо вот вокруг все вот так вот, чтобы влажность там была. Влажность 100%. Смотрим здесь. Это френч болеро пинк. Вот эту кассету я уже поливала. И она достаточно такая влажная. Вот такая ячейка глубоконькая. Френч болеро. Там побольше, здесь поменьше. Корни будут через 2-3 недели. Так, я сейчас умницу возьму. Все, достаточно. Череночки при таких обработках всегда такие глянцевые, лаковые. Также обрабатываю и от клеща. Чем? Хоть чем, что у вас есть. Можно проф, можно не проф. Чем удобно. Сейчас дойдем до самого интересного. Почти дошли. Видите, конденсат какой-то. Так, конденсат. Убираем. Вот. Эти у меня стоят подольше. Я записывала на самой кассете. Вот биомастер здесь, крепкая рассада. Чем мне нравится, вот я тяну, корней нет, а он уже держится. Он уже не тянется.
Вот проверьте, буквально 5-7 дней, и черенок без корней, но он не тянется. Вот здесь чуть заметила, видите, надо пройтись с Максимом. Или превикур. Здесь у меня будет совсем такая немного обработочка. Так вот. Накрываю. Вчера, сегодня перебираю всю теплицу, освобождаю место под кассеты, под черенки, потому что у меня еще горшочки, мне надо стеллажи освободить под черенки. А вот это вот самое интересное. Это новинки Литлы. Вот эти тоненькие волосиночки, обратите внимание. Есть и комбинированные, есть зеленые. Но они почти все, вот эти волосинки, они все с деревянной частью. Очень мало, которые просто зеленые. Вот, я буквально сейчас также немного спрысну. Здесь вот в три френч болеро. Это у меня два здесь сорта. Все подписала. Одни пурпуровые, Little Excess. Все. Все. Вот. И буквально я это делаю каждые 3-4 дня. Но с Максимом пройдусь, наверное, потому что увидела уже первые признаки, пройдусь, наверное, завтра. Потому что прошло... Я их еще, получается, Максим не обрабатывала. Потому что им буквально... Ну, вот эти от 28 февраля. Этим черенкам... Ну, неделька только и всего лишь. Ну вот они, вот прямо держатся. Корней явно здесь нет. Но они уже не вянут. Через 5-7 дней в торфе они как солдатики. Они не вянут. У них есть тургор. И вот кто говорит, что выбрасывают вот такие волосинки, не получится, могу поспорить и доказать. И все черенки я укореняю именно так всегда. Это я показывала в платном аккаунте, но так как сейчас его нет, решила, что буду показывать здесь по мере необходимости, не все. Это прямо самое важное, что может быть в черенковании. Так, это не отсюда, это откуда это? Так, дальше черенки я пока вам их не покажу. Это сюрприз. Все это наблюдайте, подписывайтесь, смотрите. Покажу это вам попозже обязательно. Ну, такая, знаете, интрига. Пусть будет. Ну, вот так мне находится. И вот про пленку вернусь. Пленочка вот эта. Просто она у меня сейчас вот здесь вот очень мазенькая. Она на прищепках. Я ее опущу, чтобы здесь было за 20 градусов. Я только сегодня думаю, теплица у меня на проветривание форточки круглые сутки. Потому что временно вентиляцию мне переделывают, будут переставлять. Она работала всю зиму в любые морозы. И я посмотрела, что здесь 17 градусов с утра, а ночью еще холоднее. А им надо 22-25 примерно. Больше нежелательно. И хорошо, что эта пленочка у меня осталась. Я сейчас ее опущу. Конечно же, ее помою, протру. И здесь будет уже примерно 22-25 градусов. Все это посмотрим и проверим. Подписывайтесь, забегайте на мой второй канал «Питомник Милый Лайф» о жизни, а здесь о черенковании. Всем всего хорошего, до свидания.